Когда речь заходит о выпуске BYD Champion Edition, мы всегда можем подумать о более высокой комплектации и более конкурентоспособных ценах. Так что сегодня мы собрались здесь для того, чтобы ознакомиться с последним постером BYD Champion Edition от BYD. А как насчет звездной модели океанской сети BYD Ocean Network? Я думаю, что всем нам не чужды плакаты. До этого объем продаж компании уже достигал 80 тысяч единиц продукции. Просто взглянув на внешний вид и внешний вид интерьера, с моей точки зрения, я уже чувствую себя очень хорошо. Например, с точки зрения своего внешнего вида он соответствует новой концепции дизайна серии BYD Ocean. Закрытая передняя форма в сочетании со светодиодными группами освещения с углами с обеих сторон представляет собой очень динамичную форму в целом. В сочетании с охлаждающими отверстиями с обеих сторон передней панели в этом случае сразу же возникает ощущение первопроходца. На боковой стороне туловища есть также некоторые особенности, которыми я очень восхищаюсь, например, скользящая форма спины, которая в целом выглядит очень компактной и округлой. Наконец, давайте сосредоточимся на задней части автомобиля. Популярный комплект проникающих задних фонарей делает этот автомобиль очень узнаваемым в темное время суток. В то же время дизайн задних фонарей в форме капель воды и название автомобиля сил также дополняют друг друга. В дополнение к дизайну, цвет определенно волнует каждого человека. Издание зоны просмотра плаката предлагает вам 4 цвета кузова. Северный ледяной синий, белый цвет полярного сияния, плавающий черный и серый цвет Атлантиды, а также ветреный травянисто-зеленый и камуфляжно-серый в качестве вариантов. Однако на самом деле его основные моменты заключаются гораздо в большем, поэтому прежде чем мы официально начнем сегодня, давайте взглянем на 4 его лучших варианта. Первый из них — технологии D2B, полное название Cell to Body, которая глубоко интегрирует аккумулятор Blade, которым гордится BYD в конструкцию транспортного средства. Во-первых, это повышает жесткость конструкции кузова и повышает безопасность. В то же время это также может улучшить использование пространства и уменьшить высоту кузова. Этот стройный корпус оснащен аккумулятором, срок службы которого составляет 700 километров, а внутреннее пространство вполне может удовлетворить мои потребности. В этом заключается самый большой вклад технологии C2B. Во-вторых, это первая интеллектуальная технология управления крутящим моментом так. Говоря простым языком, традиционные модели, как правило, жертвуют мощностью для стабилизации кузова во время экстремального вождения. Но система сил может напрямую передавать мощность на прикрепление колеса для движения без ущерба для крутящего момента, и этот предел становится выше и быстрее. Третья модель — это первая модель с задним приводом и полноприводной версией. Вы полагаетесь на технологии компании BYD, обеспечивая при этом долю заднеприводных моделей, она также добавляет модели с полным приводом. В данном случае это также гарантирует получение важного опыта в области распространения и контроля продукции. Наконец-то установлены передние двойные поперечные рычаги и задняя шатунная подвеска. Несмотря на то, что регулировка автомобиля очень важна, аппаратная основа также определяет его верхний предел. Это также одна из причин, по которой компания BYD Seal опережает своих конкурентов. А как насчет новой чемпионской версии этой серии? Исходя из этого, было добавлено множество деталей и изменений в конфигурации. Например, положение его сообразной стойки представляет собой декоративную доску с добавленной водной рябью. Кроме того, он также дал тебе конфигурацию этого светочувствительного навеса. В то же время стекло заднего сидения автомобиля также опущено до второй по величине конфигурации. Другими словами, в него также добавлена электронная блокировка от детей, а затем интеллектуальные функции включения и включение питания, включая клавиши NFC для мобильных телефонов и iPhone и так далее. Кроме того, его цена также стала более демократичной. Сейчас она находится в пределах 200 тысяч юаней. В то же время, в соответствии с рыночным спросом, была добавлена новая версия конфигурации, которая представляет собой 70-километровую модель Nobu, которую мы взяли сегодня. По сравнению с 50-километровой моделью премиум-класса, этот автомобиль на самом деле обладает большей емкостью аккумулятора и большей мощностью, а его цена составляет 222 800 юаней. По сравнению с 70-километровой версии Performance. На самом деле, это просто говорит о том, что ускорение немного медленнее. В то же время это напоминание об усталости при вождении будет меньше напоминать об этом. Обратите внимание на конфигурацию этой детали. В то же время в нем нет электрической памяти сидения, но есть полный набор функций помощи водителю и уровней, затем аудиосистема с 12 динамиками с одним удержанием, а затем обогрев и вентиляция сидения. Что касается уровня комплектации, то он не только учитывает длительное время автономной работы, но и сохраняет свой комфорт и практичность конфигурации, а также восполняет пробел в предыдущем уровне. 26 мая пекинский индекс новых энергетических тарифов также был первым номером после нового курса. Я верю, что у нас есть много друзей, которые наконец-то собираются поприветствовать первый автомобиль в своей жизни. Итак, сегодня я также дам тебе несколько советов по выбору и покупке с помощью этого видео. Обычно ты можешь прийти в магазин BYD for S, чтобы прогуляться и прогуляться. Если тебе понравилась машина с плакатом BYD, ты действительно можешь дать свои рекомендации. Если у тебя есть потребности в практичности и времени автономной работы, и ты не хочешь жертвовать ее
ее удобством и комфортом. Твой 70-километровый пробег автомобиля, который мы сняли сегодня, больше соответствует твоим потребностям. Но если ты хочешь добиться максимальной производительности и если ты настоящий игрок, рекомендуется приобрести полноприводную версию Performance максимальной скоростью 650 км в час. В дополнение к 3,8-секундному ускорению технологии управления черным цветом, все конфигурации автомобиля также являются полноценными. В то же время его интерьер также изменил свой стиль, а затем он стал интерьером в спортивном стиле. Короче говоря, все плакаты и таблички с ключевыми словами стали более искренними и конкурентоспособными. Это хорошая машина, которую ты не должна пропустить.